Живая надпись «Мир», молитва за Украину, рушник и парящие в небе голуби. Маленькие и взрослые одесситы, будущие моряки и действующие священники провели флешмоб в честь празднования мира, международного праздника, учрежденного Генассамблеей ООН. Участники исполнили молитву за Украину и показали рушник, вышитый в 16 областях нашей страны. Мы в первую очередь должны любить друг друга. Украину. И уважать людей. Помогать друг другу. Да. Со всеми дружить. Наша задача была показать, что мы все едины, что все люди равны, что все люди едины, что мир – это важно.